Ребята, мы в пещерном городе Качикальон. Находится он в Бахчисарайске. Маленьких домиках живут то ли монахи, то ли служащие, непонятно. Чуть не упал, вот Мы сейчас поднимаемся на смотровую площадку. Сейчас нам откроется площадка? Вид. Пойдемте. На смотровую вообще. Конечно, че сикой брыг. Это, походу, вообще просто то, что осталось. Сейчас полным ходом идет стройка, восстанавливают, и, наверное, через несколько лет здесь будет прекрасное место, большой-большой храм. На обратном пути уже машина рядом. Стой тут.
пойдемте. Платный 100 рублей. И то именно отсюда начинается пещерный город Качхалион. А, вот, маршрут, смотри. Церковь Святой Софии, смотри, это просто камень. И просто там прорублено в нем. Ну, явно, наверное, не в наше время. Когда-то давно. Это не фотки, а иконы. Идем. Вон, к небе. Сейчас, одна из решений. Это да. Опа. Опа. Опа, посмотрите. Ничего себе. Бля, смотри, как она страшно стоит. Ёпсель-мопсель. О, какой вид, а? Зачем я вообще белый? Что делать?
надо было за мной? Бля, такие логовы, короче, вообще. Все, пойдем. Да птица, птица. Мне очень нравится, что на всем пути вот стоят мусорные пакеты. Охренеть вообще, конечно. Как? Давай, 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 давай. Да. Это да, Тём. Слушай, знаешь что, Настя, мне кажется, это искусственно сделанное уже все. Да. Ну, с краю-то не беги. До самого конца сейчас там должен быть разворот. Вот это куда? Ух, ептать. В скалах какие щели. Здесь уже, кстати, был обвал этих скал. Я думаю, нас пронесет. Пойдемте, Артем, аккуратно поднимайся. Это считается место женской силы. Пойдем-ка вон туда пройдемся. Пошли, пошли, идем. Давай руку. Вот так. Брата возьми за руку. Сейчас мама пойдет. Ну и на этом маршруте у нас осталась последняя точка. Это такая некая смотровая другого вида. Сейчас идем туда, пойдемте вместе.